Максим Галкин продолжает раскрывать таланты своих шестилетних наследников, сына Гарри и дочери Лизы. Звездный отец в шутливой манере предложил детям попробовать свои силы в искусстве. Ведущий Первого канала показал, как проводит время с Гарри. Мальчик привлек отца к игре в Лего. Максим удивился, что все детали лежат в одной большой куче и невозможно понять, к какому конструктору что относится. Несмотря на эмоциональную реакцию отца, Гарри с удовольствием строил задуманный объект, небольшую станцию. «Гарри, надо с этим что-то делать. С этим количеством вообще деталей?» – спросил Галкин. Мальчик согласился. Юморист решил взглянуть на гору деталей под другим углом. По его мнению, она напомнила работы представителей авангардизма. «Ты знаешь, я вот смотрю на это. Это просто произведение современного искусства. Вот если какой-нибудь художник это вот так нарисует, это можно впендюрить богатеям на какой-нибудь современной выставке, понимаешь? Давай это сделаем. Как назовем эту картину?» С азартом предложил Максим. Его сын не сразу понял предприимчивый замысел отца. «Это же не картина», — смеясь воскликнул мальчик. «Подожди, включи воображение, включи счетчик. Ну давай, как назовем картину?» — продолжил Галкин. «Супрематические детали», — тут же предложил Гарри. «Точно. Супрематические детали для Гарри», — заключил звездный отец.